Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я вам покажу новую версию Майнкрафта Pocket Edition. Собственно, друзья, данный Майнкрафт разрабатывается целой группой, и это вышла уже вторая бета. Собственно, друзья, давайте начинать. Во-первых, при заходе в эту версию Майнкрафта мы видим новое меню. И, кстати, скажу, что вам придется сначала удалить прежнюю версию Майнкрафта, чтобы установить эту. Ну что ж, видим новое меню, совершенно другое, похожее на ПК-шную версию. Есть одиночная игра, сетевая, параметры, выйти из игры. Все, друзья, есть. Также есть и скины, и все скины были разблокированы. В том числе, друзья, были разблокированы вот такие довольно интересные скины с плащами. Поэтому теперь вы можете получить все совершенно бесплатно. Ну а мы возвращаемся к нашему скину. Друзья, здесь есть маленький баг, который заключается в кнопочках. Видите, кнопочки у нас за гранью нашего экрана. Ну, надеюсь, в скором времени это все исправит. Теперь мы зайдем в наш мир. Во-первых, мы видим, что загрузка мира была немного изменена. Вот такой новогодний стиль. Это и вправду довольно классно. Что ж, ожидаем загрузку нашего мира, друзья. Собственно, наш мир загружается. Сейчас частицы прогрузятся. Надеюсь, они исчезнут, друзья. А, собственно, они понемножечку исчезают. А также в этой версии Майнкрафта нам добавили эндер-лошадь, друзья. Настоящую эндер-лошадь. Что ж, давайте мы на нее посмотрим. А вот такая эндер-лошадь, на которую мы можем еще сесть. Вот, друзья, собственно, довольно прикольно. Я не знаю, почему частички не пропадают, поэтому у нас вызываются вот такие большие лаги. Собственно, как сообщает разработчик данного лаунчера, он говорит, что FPS был повышен до 71, но проверить сейчас это невозможно, так как было убрано меню версии, и поэтому, друзья, проверять это я не знаю, как можно, но хотя вы можете проверить, но я уже, друзья, не знаю, как вы будете проверять это все. По идее, больше новых блоков здесь я не заметил, если, конечно, вы заметите, друзья, то сообщите, ну а так давайте посмотрим вместе с вами, видим, что ничего нового нет. Хотя есть вот какой-то новый моб, давайте посмотрим. Собственно, сейчас я включу легкий режим и вместе с вами посмотрим на этого моба. А, друзья, вот такой джунглевый скелетик у нас, кстати. Ну да, подождем, гореть не будет, конечно. Давайте посмотрим на его лицо. Вот такой, но название у него довольно странное. Джунгли-келета, друзья. Возможно, буковки просто не прогрузились. Печально, печально, но надеюсь, в скором времени это опять же все устранят. Что ж, если вам понравилась данная версия Майнкрафта, вы желаете ее скачать, то перейдите в описание, ссылка на нее будет. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.